Согласно нашему базовому сценарию, в следующем году доллар США должен укрепить свою позицию по отношению к другим основным валютам. Сергей Волобоев, Норвик, Банка UK. По мнению аналитиков Lloyds Bank, неоднократные попытки российского правительства с точки зрения приватизации помогли снизить давление на российский рубль. В результате русская валюта выросла и обосновалась на самом высоком уровне в течение этого года по отношению к доллару. Сергей, согласны ли вы с вышесказанным? И каким будет ваш краткосрочный прогноз по курсу данной пары? Добрый день, Селест. Мы считаем, что эффект от операций, связанных с приватизацией, оказали небольшое воздействие на курс рубля. Это связано с тем, что Роснефть смогла аккумулировать определенную сумму в рублях задолго до приобретения Башнефти. Соответственно, недавнее повышение валютного курса российского рубля в основном было связано с резким ростом цен на рынке нефти, а также с покупкой Роснефти акций Башнефти. И в этом случае недавняя динамика процентных ставок является отличным тому подтверждением. Мы считаем, что у рубля будет хорошая поддержка до середины декабря. Среднесрочные перспективы российской валюты в основном будут зависеть от итогов ноябрьского заседания ОПЕК. Важное значение также будет иметь монетарная политика основных центральных банков, в том числе Центрального банка Европы. В начале ноября мы узнаем решение ФРС. Данный фактор всегда имеет большое значение для курса пары доллар-рубль. Другой фактор, который будет в центре нашего внимания и который может повлиять на перспективы российского рубля, это геополитика. В настоящее время присутствует большой риск ухудшения взаимоотношений между Россией, США и Европой. Что касается наших краткосрочных прогнозов по курсу пары доллар-рубль, мы ожидаем, что рубль будет находиться на довольно стабильном уровне 63 по отношению к доллару США. В том случае, если рубль продолжит повышаться в среднесрочной перспективе, возможно, Центральному банку России придется прибегнуть к валютным интервенциям, учитывая, что ФРС могут повысить процентные ставки в декабре, что окажет непосредственное влияние на пару доллар-рубль. Вероятно, в следующем году в какой-то определенный момент мы увидим некоторые активные действия со стороны Центрального банка России. Как всегда, многое зависит от ценовой динамики рынка нефти. Очевидно и то, что исход очередного заседания ОПЕК в конце ноября будет также иметь большое значение для рынка. Тем не менее, мы должны понимать, заседание ФРС, которое состоится в середине декабря, окажет наибольшее влияние на все развивающиеся рынки без исключения. По логике вещей, комбинация благоприятных факторов имеет важное значение для восходящего тренда российского рубля. Под положительными факторами мы имеем в виду позитивные итоги ноябрьского заседания ОПЕК, а также чрезвычайно аккомодационная политика ФРС, то есть отсутствие повышения процентных ставок в декабре. Если мы увидим сочетание всех этих положительных факторов, в среднесрочной перспективе российский рубль будет торговаться на уровне 65,5 по отношению к доллару США. Принимая во внимание волатильность цен на сырую нефть, а также проблемы, с которыми столкнулась экономика России, каким будет ваш долгосрочный прогноз для пары доллар-рубль? Что касается прогнозов на следующие 12 месяцев по курсу валютной пары доллар-российский рубль, они полностью зависят от движения доллара и ценовой динамики рынка нефти США. Таким образом, в центре внимания будет валютный курс доллара США и ситуация на рынке нефти в долгосрочной перспективе. Российский рубль – это плавающая валюта и очень ликвидный рынок. Именно поэтому многие инвесторы заинтересованы в активах в рублях. Согласно нашему базовому сценарию, в следующем году доллар США должен укрепить свою позицию по отношению к другим основным валютам. Цены на нефть останутся примерно на своем текущем уровне, возможно, немного чуть ниже, чем сегодня. А это означает, что к концу следующего года при сохранении довольно жесткой монетарной политики Центральному банку удастся добиться целевого уровня по инфляции, и мы увидим снижение до 4%, что может привести к снижению процентных ставок, по крайней мере на 100 базисных пунктов к следующему году. Именно поэтому мы считаем, что иностранные инвесторы по-прежнему заинтересованы в российских активах. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе российский рубль может немного ослабить свою позицию по отношению к доллару. Рубль будет торговаться на уровне 66 по отношению к доллару к октябрю следующего года. Большое спасибо, Сергей, за ваш валютный прогноз для пары доллар-российский рубль. Вы смотрели Дугас КПТВ. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До свидания.